мешать проходу трассы, так как вы принимаете участие... Медведева тоже! Такой же, как у меня, 7,5 тысяч. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. Пусть посидит на пенсии, с гособеспечения слезет. Вы будете привлечены к ответственности. Просто разойтись и не мешать проходу граждан. Так как вы принимаете
Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан, так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан, так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Хотя бы научили просьба пройти и не мешать проходу граждан, так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Полицию. Просьба разойтись. Опыт есть. И не мешать проходу граждан. А что делать? Принимайте участие. Полицию включенным! Свободу полицию включенным! Свободу полицию включенным! Свободу полицию включенным! Свободу полицию включенным! Свобода! Путин Бог! Путин Бог! Путин Бог! Путин Бог! Путин Бог! Путин Бог! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Вы знаете, если мы все соберемся миллионы, то есть они... Не мешать проходу граждан, так как вы принимаете участие, а если мы не будем молчать, ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Не согласованные с органами исполнительной власти в данной акции. Ваши действия являются нарушением.
Просьба зайти и не мешать проходу граждан, так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Вы мешаете проходу других граждан. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Вы мешаете проходу граждан. Здравствуйте. Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан, так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. И тут по кругу ходите, что ли? Так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти и публичной акции. Это не выборы! 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 Вы будете привлечены к административной ответственности.
сотрудников. Дежавю, я как будто вас уже где-то всех видел. Ленин будет жить! Ленин жив! Ленин будет жить! Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Просьба разойтись и не мешать проходу гражданам, так как вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан. Вот это я понимаю, день города. А не вчера там все было. Власти, публичные акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неповиновения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности. Обратно все, что вы сказали. Пожалуй, временно заканчиваю я репортаж. Все разошлись, потом обратно сошлись. Сейчас будет что-то интересное, но попозже.